Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я приготовлю салат тюльпан из желтых помидоров. Подготовить 19 помидорчиков. Сделать надрезы и удалить мякоть. Натереть 100 грамм крабовых палочек, 1 яйцо, нарезать мелко 100 грамм моцареллы и 3 веточки базилика. Добавить 1 столовую ложку майонеза, 1 треть чайной ложки соли и 1 треть чайной ложки перца молотого. Начинить помидорчики. Положить пучок лука и помидорчики. Салат тюльпан без сомнений украсит ваш праздничный стол. Готовится он очень легко. К тому же вы можете экспериментировать с различными начинками. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. С вами была Елена. Па-па!